Здравствуйте, друзья! Сегодня Светлана будет делать майонез. Вы видите рецепт тут у нее на девайсе. И идет сбор ингредиентов. Значит, есть это масло авокадо, это у нас уксус. Так, что тут еще собирается? Света, горчичка желтая, соль. Ну, бананы не относятся, я надеюсь. Значит, возникает вопрос, а почему, собственно, нужно делать майонез, когда индустрия предлагает огромное количество их? А говорят, очень вредно. Вот в том-то и дело, что оно совсем не вредно, потому что вы видите, что тут никаких вредных ингредиентов нету. Это горчица, так. Яйца, масло авокадо. Да? А в индустрии-то почему они вредны? Вот, почему вредно? Вся проблема в том, что помимо вот этих основных ингредиентов, если вы берете, например, диетический какой-то майонез, то туда вместо, например, масла добавляется и сахар, и какие-то заменители и так далее, чтобы сохранить вкус, а в то же время не добавить жира. В то время как масло авокадо – это очень полезный жир. А если не диетический, а хороший такой настоящий майонез? Пожалуйста, я могу взять майонез, значит, он делается из овощного масла. Угу. И овощное масло с точки зрения жиров – это нехорошие для нас жиры. Угу. Поэтому ничего плохого в майонезе нет, весь вопрос в количестве, угу. Да, сколько мы его едим. И вот мы сейчас посмотрим, значит, я даже не отмеряю специально, сколько нужно масла. Угу. У меня по рецепту его положено гораздо больше. Но я его останавливаю доливать это масло в тот момент, когда у меня майонез начинает густеть. То есть ты так как то бы есть я просто на глаз, я уже знаю, что это будет меньше, чем положено по рецепту, да? Угу. Но если оно загустело, ну и слава богу. То есть мы со Светой калорий не боимся. Вот мне, например, нужно калорий много, но да. Просто вопрос, какие это калории? Да. Так. Значит, вот я беру посудку, в которой, собственно, этот майонез потом будет храниться. Баночка. Чтобы его уже не перекладывать никуда, да? Так. То есть, это баночка, у меня к ней есть крышечка, вот она помыта, ее угу. Утираю. Ну, вот крышечка. Вот крышечка. Ну, крышечка сейчас не нужна мне пока, так? Так. Значит, и, собственно говоря, вот мы туда разбиваем. Я хочу сделать эту на два яйца, да, дозу? Да. Вот. Два яйца. Так, два яйца. Яичко раз туда. Это знакомый значит, каждой хозяйке процесс. Значит, есть секрет в этом так. Процессе, да? Так, так, так. Для того, чтобы майонез загустел и стал майонезом, а не просто смесью какой-то, так. Яйца должны быть комнатной температуры. То есть их нужно заранее... Не из холодильника. Не из холодильника, иначе оно не загустеет. То есть неужели такая связь интересная? Вот такая связь интересная есть. Так. И вот имеет место быть. Значит, вот накидали туда два яйца, да? Да. И дальше кладем по списку. Значит... У нас есть рецепт. Да, 4-5 тейблспун, я помню. Ну, столовых можем, ложек. Такая, 4-5 столовых ложек. 4-5, но нам нужно получается 10, потому что у нас 2 яйца. А да? Там на одно яйцо? Там на одно яйцо, да. Но это не столовая ложка. Это чайная ложка, но мы потом по вкусу лучше добавим. Как интересно-то, да. Господи. Слушай, у тебя проливается свет. 4. У тебя, на стол проливается, у тебя выливается из ложки. Ложка переполняется. 6, 7, 8, ужасно. 9, 10, за этим 7. Наблюдать ужасно. Да. Так. Соль, сейчас мы вытрем. Так. А для чего нужен уксус здесь в данном случае, да? Именно потому, что в отличие от коммерческих майонезов, нам же нужно, чтобы он хранился, да, мы же его не используем за один день. И уксус в данном случае служит консервантом, натуральный яблочный уксус, ничего плохого в нем нет. Яблочный, да. Это хорошо. Значит, вот мы положили уксус, значит, нам нужно положить 2 чайных ложки горчицы. Так. Значит, я пробовала делать горчицу, которая приготовлена, получается не так хорошо, то есть все-таки нужна горчица в порошке. Да? То есть прямо, в смысле, ты пробовала горчицу из банки для употребления? Да, да. Но дело в том, что в горчице из банки для употребления там добавлен тюрмерик, там всякие такие. Дополнительные. Да. Что-то оно мне не очень сыпется. Надо, наверное, меньше ложечку взять. Стой. Меняем ложку на более маленькую. Вот интересно, вот эта чайная ложка и вот эта чайная ложка. Вот 2 чайных ложки. А это десертная? Так. Не, это не десертная, это тоже считается ну, чайная. Ну, Светик, можно ну, и десертную считать, ложку что, считать что чайной. Вот таких вот 2 ложки да. Мы положим поменьше. Да, пожалуйста. Да. Так. Опять же, можно потом все доложить. А, и это самое, чайную ложку соли. Значит, майонез он должен быть островатым, да, потому что он все равно смешивается там с каким-то салатом там, или еще чем-то. То есть у него должен быть вкус такой достаточно насыщенный. Взяли.
Обычно пол чайной ложечки, да, мы берем чайную ложечку. Так. Ну и все. Собственно говоря, и это все. Вот. Так теперь... что все? Компонент. А масло авокадо? Вот. О. Масло авокадо, вот это будем и подливать по мере загустения. Будем подливать по мере загустения. Сейчас жужжать начнет. Сейчас начнет. Друзья, сейчас как начнет жужжать. Ну, так. Давайте. Мы сейчас делаем маленькую скорость, чтобы она не сильно жужжала. Скорость маленькая, давай. Вот просто яйца накрываем, начинаем их там перемешивать. Ну, ты тогда уже говори громче. А, вот скорость маленькая, начинаем перемешивать. Вот она перемешалась чуть-чуть, я могу немножко скорость увеличивать, да? Вот я увеличила скорость. И начинаю потихонечку подливать масло туда. Так, вот оно, видишь, оно почти загустело, но да, еще да. Еще ну, не... вытащи ее из жижи, чтобы было видно, как с нее стекает. Вот. Ну, оно густое уже, но сейчас густое. Нужно еще немножко масла, чтобы оно уже совсем загустело. Хотя оно даже в холодильнике отстоится, будет гуще. Ну. Калории. Ну, там на ложку столовую. Вот, смотри, какой майонез получился. Да, шикарный. Да, замечательный. На столовую ложку что? На столовую ложку там, ну, опять, оно ну, тоже мы же масло да, налили, да. Да? Но учитывая, что у нас оверолл на 2 яйца получилось масло гораздо меньше, чем да. В рецепте положено, это все в нашей диете вполне себе приемлемо. Даже в общем, друзья, конкретно вам сколько калорий не сказали, но вы можете прикинуть, кстати. А вот у нас и гости, кстати, пришли. Друзья, когда есть майонез, и гости появляются. Вот, друзья, остатки сладкие. Мы дочищаем тут майонез. Оказывается, мы с четвертого звонка только услышали, что пришли потому гости. Потому что выключили машинку. Потому что выключили машинку, и в этот момент они позвонили. Они четвертый раз. А тут они стояли под дверью и звонили. Гости у нас приехали из Техаса. Да? Вот, показываем гостю. Привет. Зовут? Влада. Вот. Сколько лет уже? 14. Вау. А когда, слушай, прилично, а когда ты приехала только первый раз, сколько тебе было, вот когда мы с тобой познакомились? Мне кажется, 9 или 10. В какой класс? В какой класс ты пошла? Наверное, в четвертый. Четвертый. Ну, то есть, может быть, да, а то, может, и 8. Я уже 8 закончила, да. Да. Ну, в общем, такие вот дела. Сейчас мы мать привет. Спросим. Так, это мать ребенка, тоже гость. Да. Лариса, сколько было Владе, когда вы приехали в Америку, когда она приехала в Америку? Полных ей было 8 лет. Вот, хорошо. И в этом году, когда она приехала, ей 9 исполнилось. Да. А что ребенок такой худенький, вы не кормите девочку? Нет, я не знаю, спросите у нее. Может быть, она двигается много? Но у нас, видишь, Света делала майонез домашний. Вот, сейчас мы... А гости принесли малинку. Гости принесли вот... Как ты правильно... Как по-русски правильно? Черника, голубика? Голубика, наверное. Не знаю, в общем, какую-то рыбку, салатик. Друзья, у нас сегодня все будет к этому майонезу такое же здоровенькое.